Искренность чувств Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой до сих пор вызывает у публики сомнения. Их отношения называли грязным пиаром, пустышкой, придуманной продюсерами. Только спустя много лет артист пролил свет на происходящее в паре. Злопыхатели давили на тот факт, что между звездами почти 12 лет разницы. Но певец и ведущее внимание на слухи не обращали. Кудрявцева принимала от ухажера охапки цветов, он в ответ получал женскую заботу и любовь. Правда, свадьбы поклонники так не дождались. Через 4 года наступило расставание.